Я верю, что человек способен достичь совершенства. В сфере мы сможем реализовать свой потенциал. Когда мы достигаем своих вершин, то в состоянии решить любую задачу. Мы излечим от любой болезни, мы победим голод. Реальная защита прав человека. Мы можем все. Знаете, вы вместо 13 написали в счете 31. Вам спасибо. Вы приняты в сферу. Налей себе, расслабься и наслаждайся. Ты же в сфере. Тебя зовут Мэй, очень приятно. Джаред, тебя всему научат. Всем поначалу тяжело, ты отлично справляешься. Ты заходи как-нибудь. Они решат, что я синизатор. Ты всем понравилась. Показатели у тебя отличные. Но ты пропускаешь мероприятие. Простите, у папы был приступ, я должна была помочь. У него рассеянный склероз. У меня есть идея насчет твоих родителей. Как ты отнесешься к тому, что мы включим их в нашу медицинскую программу? Я очень ценю вашу заботу о моей семье. Мэй, мы тоже тебя ценим. Твои близкие – это наши близкие. Мэй у нас всего несколько месяцев, но уже отлично себя зарекомендовала. Когда ты знаешь, что за тобой следят, ты ведешь себя лучше или хуже? Наши камеры установлены по всей планете. У нас были приключения, мы радовались жизни, а теперь весь мир через эту призму. Ты считаешь, это нормально? Я хотел создать совсем не это. Сферу пора менять. Все, что увидено, записано, передано, хранят и анализируют здесь. Они могут пустить это в ход, их ничто не остановит. Знать — это хорошо, но гораздо лучше знать все. Мэй, ты ничего не хочешь нам рассказать? Сфера. Будущее ждет. В кино с 27 апреля.